Сейчас проходит кинокомиссия, уже готовится Тула к празднованию 650-летия Куликовской битвы, которая случилась на Тульской земле. И несмотря на то, что это в 30-м году, нужно снимать фильмы, нужно проводить круглые столы с научной общественностью, нужно запускать другие различные проекты патриотические в преддверии вот этого праздника. Я приехал представлять концепцию празднования 650-летия Куликовской битвы. Концепция – это новая и концепция актуальная. Вот у нас, мы все прекрасно знаем, что в истории России мы очень часто бились с Западом, да, вот с фашистской Германией, с Наполеоном, с польским нашествием, да, со шведским нашествием и так далее. А Куликовская битва как бы в учебниках выбивается из этого ряда. Вот даже на Чудском озере мы с Западом бились, а вот тут мы вроде как с монголами, да. Но дело в том, что на самом деле она никуда не выбивается. В свое время историк Карамзин, который был западником, представил нам польскую версию нашей истории. Слово «монголо-татарское иго» было придумано поляками. И они изображали нас московитами, ордой и, значит, людьми, которые были 300 лет в рабстве. И, следовательно, мы все потомки орды и рабов. Вот это придумали поляки, это сейчас унаследовали украинцы. И это в свое время писал Карамзин в истории. И это вошло в наши школьные учебники. А историческая правда на самом деле совершенно другая. На Куликовской битве мы были не с монголо-татарами. Тогда монгольским татарским князем был Тахтамыш, а не Мамай. Мамай был темником крымским, а в Крыму владычествовали генуэзские купцы, которых подстрекал Папа Римский. Поэтому на Куликовом поле мы бились с тем же Западом. И именно на деньги Генуи, на деньги крымских генуэзских купцов и с подачи Папы Римского, который подговорил литовского князя Егайла двигаться навстречу Мамаю, вот началось это нашествие, целью которого было уничтожение московского государства, и Мамай должен стать новым царем и принять католичество. Именно поэтому Сергий Радонежский благословил на Куликовскую битву Дмитрия Донского. До этого церковь вообще не вмешивалась в дела политические, тем более, что от Орды она ничего плохого не видела, монастыри были освобождены от всех налогов. И никогда Сергий Радонежский ничего против Орды не имел. Вот. А когда узнал, что поезжают, так сказать, Мамай и эмиссары различные насаждать католичество, и Мамай идет для того, чтобы уничтожить Москву и здесь уничтожить православную веру, вот тогда он и благословил на битву Дмитрия Донского, и он одержал вот эту победу. Поэтому вот эта историческая очень вещь, это не просто битва, это битва за существование нашего государства. Мы бы могли просто исчезнуть как государство с лица земли, если бы здесь поселились другие люди, там другая вера и так далее. Вот. Это нужно рассказать людям, это нужно в преддверии 650-летия этой важной битвы, нужно, чтобы об этом узнали все, потому что по нашим школьным учебникам так и продолжается рассказывать, что мы здесь сделали шаг к свержению монголо-татарского ига. А ига-то на самом деле никакого не было. Сейчас историки показывают, что это был скорее союз, значит, различных, так сказать, государственных образований. Во-вторых, над нами был протекторат, мы не входили официально ни в какую Золотую Орду, а большая часть русских земель вообще не была захвачена даже. А в походе на Европу мы не держали никакой щит между монголом и Европой, а мы участвовали вместе с монголами в походе на Европу. Вот. А именно потому, что тоже была задача отбить на тот момент хищнические устремления вот этих самых европейцев, которые тогда начали свои крестовые походы и распространялись, так сказать, по всей земле и мечтали захватить Евразию. Так вот, мы в союзе с монголами не дали себя захватить. И Александр Невский – это отголосок вот
той большой борьбы, и Дмитрия Донской, и Куликовская битва – это продолжение вот этого же проекта. Остановки «Дранк на Хостен».